Добрый вечер. Отель Де Сале Пирамис. Чуть погодя. Декабрь 13 года. Шарм-эль-Шейх. Главный ресторан. Это стол с сортами. Навороченное, конечно, немерено. Сегодня Рождество так-то. Обычно все попроще выглядит. Центральный зал. Разливочная. Здесь закуски. По случаю праздника народов, конечно, много. Но, в общем-то, ничего особенного. Все как всегда. Сейчас мы узнаем, что сегодня есть интересного на гриле. Секунду терпения. Зал обширный, и он далеко не один. Здесь представлено то же самое, детский стол. Мне бы такого и взрослого хватило. Опять же, разливочная. Чайный стол. Зал этот кондиционирован. Это вот закуски всевозможные. Хлебный стол. Ну, как все как всегда. Свежие салаты. Нарубят все, что хочешь. И пойдем посмотрим, что у нас есть на гриле. Здесь пицца, прям из печки. Дальше. Ух ты, супер-пупер. Такое не каждый день увидишь. Тунец. Тунец это, конечно, роскошно. Не всегда что написано, то есть. Посмотрим какие-нибудь еще разносолы. Так. Ну ничего особенного. 100 сортов мяса, 100 сортов рыбы. Этот зал посреди бассейна. Там дальше огни. Голубые один ресторан. Дальше красные китайский ресторан.
и «Зеленые огни», индийский ресторан. Прямо по курсу рыбный ресторан. Это главный корпус. Напомню, отель «Де Соле Пирамид». Ну, пройдем еще один зал. Посмотрим, что там интересного имеет место быть. Это главная аллея, так сказать, улица ресторанов. Тут мы попадаем в еще один зал, где также представлен сладкий торт, стол, фрукты, стандартный набор. Тортики при бомбасике, ну, маленько особенный вариант, закуски по случаю праздника, какие-то традиционные украшения, разливочная. Привет. Зал имеет свою специфику, бассейн почему-то сейчас он пустой, обычно с водой. Вот горячие блюда. Раздача с горячими блюдами. Ну, пожалуй, на этом все. Приятного аппетита!